блядь, я перед видео нахуй ебанулся. Ай, сух, блядь. Я ебал, нахуй. Всем привет, ребят, я Фил Леонар. Вот и подходит конец недели. Ебать, честно скажу, ебать, я не привык вообще ебать снимать в такое особенно время. Ебать. Я надеюсь, кстати, вы меня слышите охуенно, потому что наушники, ебать. Ебать. Ты чё, долбоёб? Вообще, честно, я очень сильно сейчас отвык снимать в Ютубе, потому что я забыл, что это такое. Я не снимал видео более 3 лет. Это действительно, мне эта неделя вот показала то, что надо реально ебашить, пар, что надо реально все, короче, вот так вот чпокать. Что скажу, ребят, мы набрали более, наверное, 45 тысяч просмотров, более лайков 300, ну типа немного, то есть... Эта неделя была неплохой. Конечно, я знаю, что мои видео скатились. Мои видео сейчас не так активны, как раньше. Но, скажу вам честно, я ебать крутой. Хоть что-то, типа результат неплохой. Я буду дальше для вас снимать, ребят, не буду сдаваться. Сегодня, простите, не было видео, но вчера, то есть, потому что... Я хотел отдохнуть. Ержан, блядь, заебал. Я заебался, я вам правду говорю, я просто сидел и снимал видео, я даже с дома не выходил. I'm running. Спасибо вам, ребят, за все. Это реально очень важно для меня. Скоро выйдут клипы, скоро выйдут треки, скоро выйдут еще много разных форматов. Скоро выйдут треки, скоро будет все круто. Все, всем спасибо, ребят, всем пока, всем люблю. Этим мазью помазать. Я ебал.